И вновь всем привет, мои дорогие друзья. Как выберусь из скафандра первым делом? Ладно. Не буду травмировать твою нежную психику. Как выберусь из... Тебе страшно. Ты заглянул в мир духов и узнал что-то неприятное. Это связано с Керриган? Похоже, сверхразум создал Керриган, чтобы освободить зергов от кого-то. Кого-то, кто хочет, чтобы зерги уничтожили протосов. Все перевернулось вверх дном. Где-то существует сила, желающая уничтожить всех нас. Зерги. Протосы. Они очень сильны. Насколько ужасны и могущественны те, кто играет их судьбами. Да, не хотелось бы, конечно, с ними встретиться. Атомная лапша. Взрыв вкуса. Надо будет покушать. Я тут припрятал особое умаджанское в подсобке. Будешь? Окей, скоро зайду. Черт побери. Я не знаю, что и думать о последнем видении. Зератул искал сведения о гибели Вселенной. Но в этот раз он отправился на Айюр. На Айюр? Что он там искал? Прежде всего, он пытался выяснить, зачем сверхразум создал королеву клинков. Это она уничтожит Вселенную? Нет. В том-то и дело. Похоже, она единственная, кто может ее спасти. Блин, тогда это проблема. Ну, в арсенале нам особо делать нечего. Читаю отчеты, не могу оторваться. Чертовы протосы на десятки лет впереди нас. Такое вытворяют, у меня ум за разум заходит. А то я не знаю. Со времени последней нашей встречи они кое-чему научились. Вот смотри. Как это им удается перебрасывать своих парней в любую точку? Я думал, им нужны как минимум врата. Не в любую точку. Для переброски им нужен пилон или еще какой-нибудь источник энергии. Но они продолжают развивать технологии, так же, как и мы. Это да. Скоро разовьют как надо. Так, ладно. Кажется, у нас новые фишечки у протосов. Журнал Статмана, запись 2318. Может быть, это звучит антинаучно, но теперь я совершенно уверен, что кристалл обладает, если не интеллектом, то, по крайней мере, чутьем. Вчера ночью я поместил в емкость сломанного наноробота. А сегодня он как новенький и, более того, может выполнять новые операции. Если бы я мог провести инженерный анализ этого робота, открылось бы столько возможностей. Автоматизированный ремонт или даже мгновенное производство оружия с искусственным интеллектом. Впрочем, кое-что совсем не внушает оптимизма. Уровень энергии, хранимый в матрице кристалла, не увеличивается, несмотря на то, что рост кристалла продолжается. Похоже, энергия передается куда-то. Итак, что же там нового? Будьте осторожны, Джим. Мне кажется, этот кристалл вас слишком затягивает. Ой, да ладно тебе. Так, что новенького? Научное судно, либо ворон. Ну, тут как бы научные судна, хотя я ими не пользуюсь, как воронами, в принципе. Так, кристалл. Теперь, друг мой Рейнер, ты должен узреть видение сверхразума. Гибель моего народа и всего живого вместе с ним. Такая судьба ждет нас, если Керриган погибнет. Ну что ж, это последняя, по-моему, миссия. Что-то не хочется мне копаться в воспоминаниях сверхразума. Но если это касается Керриган... Я должен знать. Далекий темный мир
станет последним пристанищем протосов. Великие герои этой расы соберутся там и возглавят их войско. И все до единого погибнут, хоть и с честью. И мои зерги станут рабами гибридов. Все склонятся перед мощью падшего. Братья протосы, внемлите мне. Вот и наступил последний закат. Вселенная пылает, и это пламя уже поглотило тиранов. Теперь тьме противостоим лишь мы. Но если сегодня нам суждено погибнуть, то мы встретим свою судьбу с честью. Все как один! Энтаро-Тасадар! Мощно. Так. Первым делом направляем наших ребят. Так, думаю, нормально. Думаю, сюда. Думаю, тоже сюда. Здесь все хорошо, все хорошо. Здесь улучшение сразу тоже клепаем. Хранилище готово, великий. Защити нас, а мы сохраним наши знания для раз, которые, быть может, окажутся здесь в будущем. Они не должны повторить наши ошибки. Отлично. Так. Ну, в принципе, тоже можете приставать. Здесь надо все на самом деле продумать, потому что есть очень много проблем. Я собрал остатки нашего великого флота. Вы подоспели вовремя, адмирал Урун. Когда враг начнет атаковать с воздуха, нам понадобится ваша помощь. Так, еще два будет произведено. Еще сюда. Ну, короче, как-то так. Так. Зерги сыграли свою роль. Как я и планировал. Гибриды живой. Как будет вот отсюда? А сегодня и протосы сыграют свою роль. Последнюю роль. Улучшение завершено. База атакована. Я... Так. Хорошо. Откатываемся обратно. Зерги заходят с флангов. Нужно укрепить периметр, иначе они прорвут оборону. Насколько помню, первый вход будет отсюда. Моя ноша непосильна. Просто остаемся здесь. Так, здесь не хватает еще одного, здесь вроде все, да? Угу. Шкос. Враг познает нашу ярость. Я думаю, своему призвать. Моя ноша. Так, хорошо, я думаю, нам понадобится вот так вот. Нормально будет. Так, здесь мы защиту. Ага. Теперь фланг вот сюда. И да, если что, я играю на очень классной сложности, которую, думаю, все знаете. Это боевая сложность. Потому что не по силам мне оказался мой дико крутой контроль.
А вот поэтому играем с тем, чем умеем. Без обид, друзья. Без обид. Меня ждет искупление. Мы слишком. Сюда же, правильно? Черт, не сюда. Домой, да? Ну, я ладно. Вернулся, чтобы служить. Здесь вроде все построил. Нет, не все, серьезно? Как я так мог уклониться? Я один из любимых Хоббистолей. Смотрите же. Вот моё величайшее твое. Что, гибридов призвал, что ли? Ох, круто, круто. Прощаешься ко мне? Ты круто. У нас появились шарики. Замечена массовая активность в ульях зергов. Будьте готовы к нападению. Так, я думаю, что темплары нам, в принципе, понадобятся. Я не помню, кто из них дешевле, к сожалению. База атакована. Он сейчас будет теперь нападать с каждой стороны понемножку. Близится наш последний. Так, здесь час. Раз, два, на. Вот так вот еще сделаем. На урона. База атакована. Судаш Салок. Ну, бежим база сюда. Атакована. Четыре пушки, в принципе, более-менее сохраняют все. Как есть. Ваши войска вступили в бой. Так, на центр срочно. Ты обращаешься ко мне? Айор. База атакована. Завершена. Излучатели пустоты готовы к бою. Дезактивировать призматические ингибиторы и сосредоточить огонь на гибридах. Здравствуй, великий Муэндар. За Аюр! Замечательно. Прошло. Ты обращаешься ко мне? Так. Где следующая атака будет? Я здесь. Жизнь за Айур. Здесь это. Здесь надо вот это еще увеличить. Потом сразу после того, как это увеличить, увеличить вот это. Все. Замечательно. Шозак мог. На воздухе надо прокачать еще урон. Моя я нож... думаю теперь. Так. Я изгоню демонов. Все сюда, все сюда. И, в принципе. Так. Я здесь. Ладно, еще 14 минут, 15 минут будет исследование. Блин, довольно долго. Слава. Будем надеяться, что мне удастся. Я здесь. Жизнь. База атакована. Как их много-то. Жизнь за Айю. Борода прям курал, так что давайте покурим его. Как сказать.
скажешь. Угу. По-моему, сейчас будет отсюда. Он периодически меняет места своего появления. Знаю точно, что с воздухом они нападут прямо в самом конце. Так что есть вероятность, можно защититься от сильно большого нападения. Ты обращаешься. Ну и своевременно крепать, соответственно, армию, конечно же. Надеюсь, что мне удастся захватить святилище. Точнее, не захватить, а не дать его брать. Вроде бы более или менее пока контролю даже. Что для меня не свойственно, конечно. Мало ли. Честь ведет меня. База атакована. Ох. Чуть своего жизни не вырубил. Вот сейчас было бы обидно. Улучшение завершено. Я здесь. Так, все же. Раз снизу у нас трудности такие. Города Курал. Я думаю, что хватит, наверное, 4 плюс-минус. Смотрим, откуда они сейчас пойдут. Будет однозначно долгая миссия. Потому что надо убить 1500 врагов здесь, не 2000, как... Сейчас будет относительно легко, потому что мы, считай, на центре находимся. Эн-Арудин разжигал. Настал момент истины, благородный тамплиер. Пусть враги узрят ярость лучших бойцов. Не, ну здесь, конечно, в разы попроще. Вершитель Селендис, сражайтесь, не щадя сил. Быть может, это наша последняя битва. Энтара Тасадар, Зератул. Жизнь за Айю. Ну что? Моя ноша непосильна. У меня лимитик. Борода курит в сторонке. Я изгоню демонов прошлого. Ты обращаешься ко мне? Сундаш, Залог. Улучшение завершено. Слава перворожденным. Моя ноша. Более-менее нормально отбил. Окейшки, откуда дальше пойдет атака? Или там пока непонятно. Шозак мог. Видимо, там пока непонятно. Осталось продержать архив еще немножко. Дальше будет проще, потому что дальше мы сможем отодвинуться на центральную зону. Если что, вдруг. Архив остался чуть-чуть поддержать. Посмотрим. Я из база атакована.
своему призванию. Эн-Арудин разжигал. Так, вот, кстати, где-то там... Должны быть, по идее, невидимки. Нет. Что-то я их не вижу. Вот они. Эн-Арудин разжигал. О. Сюдой. И сюдой. Улучшение завершено. Чтобы мы хоть знали, откуда они, блин, пойдут. А то как-то очень прискорбно. Меня ждет искупление. Минус 3. Хоть знать буду. Еще что-то есть, кстати. А, здесь есть дополнительные базы. Ух, ё. То есть это я такой лошара, я о них не знал, что ли? Я тут серьезно первый раз сейчас увидел. Я написал первые строки вашей истории. И я же поставлю в ней точку. Посильно. База атакована. Приобретем славу на поле боя. Все равно по привычке нажимаю не туда. Шозак мокнул. Эн-Арудин. База атакована. Улучшение завершено. База атакована. Ваши войска вступили в бой. Я следую своему призванию. Суда. База атакована. Эн-Арудин разжигал. Сейчас вот здесь быстренько люлей раздадим. И на центр пойдем. На центр можно, в принципе, вот ребят отправить. Мои навыки пригодятся тебе. Что за... База так, атакована. Ладно, перестраиваемся в полный воздух. Видно больненько. Шозак. В принципе, там ресурсов довольно много на самом деле. База атакована. Эн-Арудин разжигал. Эн-Арудин разжигал. Опять я обсерверов теряю, можно сказать. Жизнь за... Я здесь, среди теней. Невыполнимая команда. Используется максимально. Моя ноша прибыл. Моя ноша непосильна. Так, осталось меня буквально 40 секунд. Искупление. Так. Вам некуда бежать, негде спрятаться. Ну и ладно. Атакована. Теперь он быстро сюда перемещается. Я изгоню демонов прошлого.
База атакована. Эн-Арудин разжигал. Все, архив запечатан. Приобретем славу на поле боя. Я верю в тебя. Шикарно. Ни секунды без боя. Ну теперь можно, в принципе, вот здесь один кусить. И просто как только у нас там кого-то не будет хватать, мы берем и делаем. Невыполнимая команда. Асан, это план. База атакована. Идем. Улучшение. База атакована. Совершено. Орудин разжигал. Шарик живой. Моя даже. Ноша не возьму. База атакована. Не возьму. Меня ждет. Так, можно еще даже шарики создать. Отблеск силы Асар, это план. Я думаю, шарики нам пригодятся. Более учитывая, сколько у нас сейчас денег. Вообще пой. Слияние завершено. Ждем указаний. Правосудие восторжествует. Так. Ты обращаешься ко мне? База атакована. База атакована. Эн-Арудин разжигал. Сейчас много антивоздуха будет. Очень много. Секунды без боя. Эн-Арудин. База атакована. Нужно построить больше пилот. Асан, это план. Нужно построить. База атакована. Ваши войска вступили в бой. База атакована. Слияние завершено. Говорит иерарх Артанис, командир щита Аюра. Матрицы поля в пределах доступности. Запускаю телепортацию. О! Теперь у нас есть невидимость. Братья, слушайте меня, ибо наше время на исходе. Последние представители нашей расы, нашей цивилизации, собрались сегодня здесь. Верьте друг в друга. Сражайтесь как один. Эта битва оставит след в памяти Вселенной. Она никогда не забудет нас. Энтаро Тассадар! Да вообще, по сути, в изи. Главное просто высекать сразу этих, которые нас видят. И все. В принципе, это боец, о чем я. Я слушаю. О чем вообще разговор, как говорится? Ни секунды без боя. Пар-пар-пар-пам. 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 Место рождения. Ваши войска вступили в бой. Мы победим вопреки всему. Моя ноша непосильна. Я призову. Глупые, заносчивые дети. Среди вас была лишь одна, способная разрушить мой план.
в своем безрассудстве вы приняли ее за настоящего врага. Королева клинков, откуда же нам было знать? Ну что ж, давайте добьем их. Месторождение минералов истощено. Будем защищаться, пока не погибнет последний протосс. Черт, это будет долго. Ты обращаешься ко мне? Слияние завершено. Невыполнимая команда. Газовый гейзер иссяк. Что нужно сделать? Газовый гейзер иссяк. Месторождение минералов истощено. Честь, ты обращаешься. Зак мокнул. Слияние. Проще, по-моему, просто взять, самому себя убить, короче, и все. Моя ноша непосильна. Ваши войска вступили. База атакована. Месторождение минералов истощено. Ты обращаешься ко мне? Прискорбненько. Невыполнимая команда. Используется... База атакована. Ноша непосильна. Ладно, я им помогу. Да восстановится равновесие. Да они меня так убивать будут 3 года. Руналадан. База атакована. Месторождение минералов истощено. Честь. Когда протосы просто решили самоубиться немножко. Ну давайте стоит. Речь, ребята. Я верен тебе. Да восстановится равновесие. Я
Я призову их к ответу. Честь ведет меня. Я следую своему призванию. Ну, как бы это будет довольно проблематично. Я служу. Короче, я пойду куда-нибудь, не знаю, убьюсь на них просто и все. Ни секунды без боя. Эн Арутин разжигал. Судаш Салок. Я верен тебе. Айур возродится. Слава перворожденным. Обидно, когда ты по сути даже убиться об них не можешь. Эн-Арудин разжигал. Честь ведет меня. Да прям. Эн-Арудин разжигал. Прискорбно и печально. Так, ладно, давайте что-то делать. Что-то делать надо, что-то. Я следую. Пока что они меня не могут убить. Ладно, прости, материнский корабль. Но ты должен умереть. Керриган? Откуда нам было знать? Если бы мы догадались раньше. Мы вступили в бой с противником. Прости меня, великий Тасадар. Мне не хватило сил. Доплатят кровью. Их слишком много. Ну вот, теперь мы хотя бы услышали все фразы наших героев. Ладно, давайте сделаем вот так. Может, хоть так они смогут нас убить. Правосудие во имя чести на Фераш. Ваши войска вступили в бой. Ну, просто это очень долгая битва получается. Колосс до сих пор жив. Ясно. Я звездный охотник. На Фераш. Будет исполнено. На крыльях правосудия. Ну давайте, у вас осталось всего-то 35 юнитов, давайте. Смогите, ребята, я вас верю. Я звездный охотник. Ваши войска вступили. Ну наконец-то. 23 юнита, так, ну, 22. О, они наконец-то послали всю воздушную свою армию. Ура! 15. Ну давай. 13, 12. Ну, 10. Круто. Остались только наземные юниты. Ну сейчас им тоже кранты. 8 юнитов, давайте. 6. 5. 4. 3, 2, 1, 0. О, ей! Sure.
И я же поставлю в ней точку. Ваш свет угас навсегда. Все кончено. Славная гибель в кромешной тьме. Вот такие вот печаль, беда. Ладно, убейте 250 зергов сверх необходимого в задании в кромешной тьме на уровне сложности боец. Убейте 750 зергов сверх необходимого в задании в кромешной тьме на уровне сложности боец. А, да, то есть я мог выполнить. Окей, я лоханулся. Ладно, в общем, всем спасибо, всем пока, всем удачки. С вами был, как всегда, я. Надеюсь, вам понравилось.